большое счастье. Часто спрашивают, братан, тебя не заебало, что к тебе подходят все фотографироваться? Как меня это может заебать? Объясните мне. Ну типа, когда я сижу в фудкорте, кушаю, у меня здесь рис между зубами, мне подходит по видеосвязи, говорит, братан, передай привет, базаров нет, меня это раздражает. Ну я скажу, ты что, погнал, дай поесть. Ты не видишь, я ем, у меня рис торчит из зубов, какой привет я ему скажу. И то он подождет, и потом я сделаю там это дело. Но в основном бывает так, что ты идешь, думаешь, например, об отношениях, о дырках внутри, там, в душе, там, я не знаю, о переживаниях, о деньгах, которых нету, там, еще о чем-то там, да, идешь, и подходит человек, обнимает тебя, вот так вот стоит рядом, трясется от волнения, не только от волнения, от эмоций, от радости, что он тебя встретил, буквально за минуту рассказывает тебе историю, как я своим творчеством поучаствовал в его жизни, у меня, блядь, мурашки по спине, я вообще забыл, о чем я думал о плохом, как меня это может заебать? Это большое счастье, ёпта, что Бог мне это дал. Такой момент. Вообще, я желаю каждому такого счастья, которое я испытываю в этот момент. Все в этой жизни должны быть нужными, все в этой жизни должны быть частью чего-то, все мы нужны кому-то. И вот знаете, я хотел сказать, что вот есть же выражение «каждой твари по паре». Типа, вот я в силу того, что артист, знаю десятки тысяч людей. Чтобы вы понимали, там, да, мой круг это не 75 человек, там, да, а тысяча, там, 10 тысяч 75, грубо говоря. И я же вижу, типа, как у людей происходит их жизнь, как складываются отношения. И, типа, тот, кто переживает, что я никого не найду, я никого не встречу, я этого не заслуживаю, у меня это не получится, все это хуйня, представляете? У каждого, блядь, есть возможность, каких только нет, и кривые, и косые люди, и инвалиды, и без бабок. И еще что-то, у всех есть минусы, и у всех есть плюсы. Для каждого человека есть человек. Поэтому, ребята, верьте в себя. Верьте в себя, радуйтесь каждому дню, цените друг друга, пока есть. Цените родных, маму и папу, здоровья вашим родным, близким, чтобы все у вас было заебись вам. Спасибо!